Всем привет из Анталии, друзья. Да-да, сегодня именно из Анталии, непосредственно из Анталии, потому что мы сейчас находимся в Анталии. И перед нами вот эти вот горы, которые в дымке туманы. Это Кемер, друзья, это Кемерское побережье. И этот вид, я не знаю точно пока что, как называется этот парк, напишите, кто знает. Вид просто потрясающий, и это место советую вам обязательно посетить. И сейчас с этого красивейшего места я вам расскажу, какая погода сегодня у нас в Алании и в Анталии, собственно, и в самой Анталии. И в самой Алании. Итак, друзья, сегодня у нас по градуснику 28-29, как в Алании, так и в Анталии. Ночью хочу заметить, в Анталии на 3 градуса меньше, чем в Алании. И это существенно ощущалось, когда мы приехали сюда в 8 утра. Сейчас здесь жара неимоверная, просто собаки, люди все прячутся в тень сейчас. Вид потрясающий, я стою, у меня голова просто от солнца. Ну, надо прятаться от солнца, потому что нереальная жара просто. Короче, без градусника, по ощущениям, до 31, а то и выше даже, вот если непосредственно на солнце. Вода, средняя температура по Алании, прежде всего, 25, примерно 25,5. В Анталии, в самой Анталии, вода, возможно, на градус ниже, но не ниже 24, она везде сейчас, я думаю, по всем районам именно Анталии. Вода не меньше 24 днем. Поэтому, в принципе, комфортная погода, температура. Все для отдыха, как бы сезон продолжается. И вот собака только что в тень просто пряталась, потому что нереально на солнце. Еще раз привет всем из Анталии. И смотрите, обязательно будет через несколько дней, возможно, репортаж. Мы посетим тут сегодня немало мест, я надеюсь. И это будет просто бомбически, если у меня хватит аккумуляторов, которые я не успеваю менять.